Салют, ребятушки! Меня по-прежнему зовут Саш, и это мой видеоблог. Пока машин нету, можно проскочить. Но это так, чисто аккуратненько, обязательно посмотрев во все четыре стороны. А что, куда я направляюсь? А все просто. В Зеленограде проходит Аликат, и я в самый последний момент пытаюсь на него заскочить. Надеюсь, что успею. Сейчас время час с копейками, а начало там вроде в 3. То есть это как минимум еще туда нужно доехать, место найти. Ну, в общем-то, я и тороплюсь. Самое главное — это пропустить всех пешеходов, всех автомобилей, всех людей и все на свете. Все транспортные средства. Да. Забавная штука, что в итоге я приехал это не на ту платформу, оказывается, это не в том направлении, немножко дальше нужно проехать, но сложность — это что? Это вот как раз про меня, все просто, оно как бы неинтересно как будто бы. Тут осталось чуть-чуть вроде бы ехать, и, видимо, наверное, я даже, скорее всего, я успеваю на Аликат, но если не успеваю, хотя бы просто в Зеленограде побываю, наверное. Точка сбора. Немножко заранее получилось. Все переживал, что не вовремя приеду, а получилось, что приехал вовремя и даже немножко с запасом. Ёпать. Дорога пустая. Здесь, скажем так, платформа перекрыта сейчас на ремонт. Поэтому по ней, видимо, никто не ездит. Хотя не совсем понятно, с чем сравнивать. Может, и до этого к открытой платформе сюда тоже никто не ездил. Ну вот, вот как-то так. Если вы вдруг Малинский, Зеленоградский, Крюковский, там, я не знаю, напишите где-нибудь там в комментариях. Это очень важно, это самые важные информации на свете. А что спереди за втулка? Так, раздали вот такую херь. Да. В общем-то, сюда какие-то фишки собирать, их 8. Ну, это всякие наклейки, деколи. Вот это самое важное. Зачем можно ехать? Можно домой возвращаться. Нашел себе команду. Thank you.
раздали всем карту. Вот ребята сейчас прокладывают маршрут, бля, чуть очки не разбил. И очень долго все стоят. Ну, то есть, получается, что, как будто бы географию никто в школе не проходил. Вот если бы проходили, скорее всего, уже сориентировались, смекнули. Вот я, например, я просто по сайт иду. Потому что, короче, хер там что найдешь. Сейчас небольшая экскурсия. В лесу покажут, где там дятел долбит. Ну, видимо. Может, еще что-нибудь. И начнем уже. Велосипеды хер знамо где стоят. Бля, тут еще полумарафон бежать до велосипеда. Сами организаторы Там кто-то 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Короче, слава богу, что не в велотуфлях, потому что, ну, бег по лесу такое себе удовольствие. Ну, где-то в середине и еду. Это только начало. Так, короче, первая точка, какие-то скворечники, надо что-то искать. Одна готова. Где наши фиксы не проезжают? Давай. О. Карбоновые втулки самое то. Да, да. О. Главное резина, чтобы была понадежнее. Во, а у меня тем более нету ни заплаток, ничего. Поэтому проще через коренья и прочую фигню пешим подняться, заодно дыхание восстановить. Хотя насчет дыхания не уверен, но... Так, мне сейчас нужен Михайловский пруд. Первую точку я проехал и решил заехать в магазин в Пятерочку. Взял мороженку. Но потому что по такой жаре просто невозможно ездить. Поэтому, кто познал дзен, тот, скорее всего, будет победителем. Но это не точно. Поэтому я за развитие движухи. Они за спортивные состязания. Ага. Короче, Рома с ребенком поехал. Не, ну если гонка, то гонка. Поэтому... Ну и так тоже можно ездить. Мы все ищем. А что именно ищем? А вон не кормушка надеюсь. Так, короче, нашли где-то в березовой роще, где-то на дереве приколоченная штука. В общем, собрали урожай и теперь мычим дальше. Ребенок лидирует, блядь. Ну это жесть вообще. Ну у них тандем, в принципе, им можно. Отлично, еще одна карточка готова. Вот здесь вот, видите ли, положили ее, клеек ПВА его, наверное, там, с птицами. Ну, птицы куда-то улетели, непонятно куда. Ну, в общем-то, так, 4 собрал, сейчас поеду еще пособираю. Может быть, 5-ю соберу и 8-ю тоже. Короче, собрал вот эту вот хрень при помощи, ну, не инструкции, а вот парней, блядь. В общем-то, еще надо на финиш отвозить, ну, повезу с собой. Вроде типа того. Так, я на Черном озере, осталось часы МЖК и финиш. Так,
так как я уже не в лидерах, не в фаворе, так сказать, то особо и не заморачиваюсь. Дальше еду, тусую. Осталась последняя точка и финиш. Ну, как бы вот, да. Интересно? Безусловно. Блин, ну это я прям просто умотался, потому что, что я везде бегаю, надо же готовиться к чему-то, а я к чему готовлюсь. Получается, что не к гонке точно. Ну так, чисто потусить, это да, это пожалуйста. Поддержать комьюнити, это всегда спасибо. Так, задание сфотографироваться напротив Альпийской горки. Она возле красного этого здания. Такое ощущение, как будто вот это вот что-то, это вот оно. Я сфотографировался, а там как пойдет. Если что, сейчас еще вернусь в другое место. Посмотрим. Короче, собственно, что, я финишировал. Ну, впереди меня были, конечно, ребята, но я думаю, второй, может быть, даже третий, десяток, естественно же, замкнул, скорее всего. Осталось что, ну, праздничное пиво и, пожалуй, наверное, все. Гонка, как обычно, офигенная. В общем, катайтесь в гонке, это всегда весело. И что еще? Что еще? Да и по-спортивному, что ли, как-то. Ну, и пиво можно хряпнуть. Тусуйтесь в каких-то вот в таких вот движухах. Локальных. И не только. Это развивает велокультуру, фиксгир, естественно же, и не только. Ну и у меня, пожалуй, на этом все. Одевайся по погоде, по возможности сильно. До свидули! Вот это вот нормально. Лучше журавль на свете.